В Брестском бильярдном клубе «Академия» состоялся чемпионат Беларуси по бильярду. Соревнования проходили на протяжении 2 дней. За призы престижного состязания боролись как любители этого вида спорта, так и профессионалы. Открыл чемпионат председатель горосполкома Александр Рогачук. Не секрет, градоначальник любит спорт, активно посещает футбольные матчи. К бильярду относится не менее увлеченно. С удовольствием смотрю это вживую, потому что это очень сложная игра. И вот за этой кажущейся простотой колоссальный ежедневный труд. Я думаю, что бильярд – это тот вид спорта, который дает возможность элитарного какого-то такого вот самовыражения. И мы будем всячески поддерживать этот вид спорта, исходя из личных пристрастий, ну и исходя из того, что это очень высокоинтеллектуальная, очень... игра успешных, умных людей. Чемпионат по бильярду отличается тем, что в нем могут принять участие все желающие, независимо от пола, возраста и спортивных регалий. На этот раз среди всех участников соревнования оказалось 2 брещанина. Один из них – директор бильярдного клуба «Академия», многократный призер по этому виду спорта, один из организаторов чемпионата – Вадим Набойченко. Второй брещанин – любитель Егор Арнаутов. В бильярдном клубе «Академия» мы уже второй раз принимаем чемпионат страны по бильярдному спорту. Предыдущий был зимой прошлого года. А вообще, это уже 5-й чемпионат, который лично я организовываю и принимаю. От Бреста, к сожалению, ребят заявилось немного. Один участник в моем лице и еще один человек. А от Брестской области, из Барановичи, из Пинска, из Кобрина, из Березы ребята приехали. Всего 11 человек. Играю не так часто, как хотелось бы, в силу того, что это хобби, а не профессиональное занятие, поэтому как позволяет работа, рабочий график, так и играю. Мне очень нравится эта игра, и если у меня получается это делать, я это делаю. Слава Богу, получилось так, что сегодня выходной, поэтому решил себе позволить поиграть. В течение 2 дней участники боролись за победу и главный приз. На кону путевка на чемпионат мира, но он пройдет в Казахстане. Также чемпионат в Бресте стал отборочным к Кубку чемпионов, который состоится в Москве.